Здравствуйте, мои дорогие зрители! С вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня вдогонку нашему вчерашнему видео вяжу узор розовой кофточки, которая наипростейшая. Девчонки, я его, смотрите, я его связала и смотрите, какая красота на изнаночной стороне. Вот, поэтому с этой стороны он как узор для этой кофточки, а вот с изнаночной стороны он очень похож на соты, но это не соты, вот такие вот получаются перемычки, смотрите, интересные, да, для шапок, для шарфов, для снудов, для кардиганов, для чего угодно. Он, конечно, пряжу ест хорошо, но и выглядит тоже хорошо, как объемный такой. Вяжется он очень просто, на основе английской резинки, но немного видоизмененный. Набрала я 12 петель, провязала 2 ряда чулочной глади. Вот, первый ряд. Первую петлю, первую кромочную снимаем, вторую провязываем лицевой, третью снимаем с накидом. Итак, чередуем. Одна лицевая, одну снимаем с накидом. Лицевая, снимаем с накидом. Лицевая, снимаем с накидом. Лицевая, снимаем с накидом. Желательно, чтобы число петель было кратно 2. Так, второй ряд. Изнаночный. Здесь у нас петля с накидом. Мы ее еще раз снимаем, еще с одним накидом. То есть уже у нас их 2. Одну петлю провязываем изнаночной, там где с накидом снимаем, изнаночную провязываем, снимаем, провязываем, снимаем, провязываем, снимаем, провязываем кромочной, изнаночной петлей. Далее третий ряд лицевой, лицевая петля, и снова мы снимаем. Вот здесь у нас 3 накида и одна петля, вот эту петлю, вернее 2, и третий сейчас мы одеваем, а следующую петлю провязываем. То есть 3 раза мы снимаем эту петлю с накидом, одну и ту же. У нас в результате у нас получается 3 накида, и вот в четвертом ряду мы их будем провязывать. Для толстой пряжи этот узор не годится, девчонки, я взяла только для того, чтобы вам было видно. Здесь образец у меня связан 200 метров в 100 граммах. Вот это, я считаю, максимальная плотность пряжи для этого узора. Меньше будет красиво, больше, я думаю, будет очень грубо. Значит, четвертый ряд, все 3 накида и эту петлю мы провязываем изнаночной. То есть весь ряд изнаночными петлями, при этом провязываем эти накиды. Первые 4 ряда. И следующие 4 ряда узора мы просто этот узор смещаем как бы на одну петлю. То есть там, где мы просто провязывали первую петлю, теперь мы ее снимаем с накидом. Это 5-й ряд. Ту петлю, которую мы снимали, мы провязываем. То есть делаем то же самое, только с теми петлями, которые у нас провязывались. Очень хорошо это все видно, не запутаетесь. Вот, все будет прекрасно видно. Точно так же 4 ряда. Три ряда мы снимаем, пока у нас не образуется 3 накида. А в четвертом ряду провязываем. Вот и все, весь узор, девчонки. Кофточку, что хочу, хотела сказать, спросить у вас, если хотите экспресс-обзор этой кофточки, я вам быстренько сделаю, кто хотел ее вязать. Вот, если справитесь, то справитесь. Узор я показала, и вот 8-й ряд, снова я провязываю все изнаночными петлями. Вот и все. Тут даже схема не нужна. Там, как жемчужный узор, просто 3 ряда снимаете, в четвертом ряду провязываете. Все, перемещаете, меняете местами. Все, девчонки.
Понятное дело, что здесь не совсем видно. Ну вот они, видите, вот эти бугорочки. Они в шахматном порядке. Вот они. А здесь вот такая вот красота необычная. Прям сетка какая-то получается. Похоже на соты, но это не соты. Вот смотрите, какой он получается интересный. Вот. Все, девчонки. На сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока-пока.